Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня хочу вас познакомить с приложением, которое можно установить на наши часы и на нем уже смотреть любые текстовые файлы, вообще какие только есть. Приложение, значит, вот оно. Оно известно. Это приложение для чтения книг на Android-устройствах, на смартфонах, другими словами. Для часов его конкретно нет, поэтому просто берем и устанавливаем версию для смартфона на часы и уже ей пользуемся с кое-какими хитростями или настроечками. Все, дорогие друзья, открываю, значит, приложение, я его впервые открываю, так как у вас будет, когда вы его установите. Установить его можно будет, скачав совершенно бесплатно, по инструкции, ссылочка в описании видео будет на все. Также можно будет, если вы хотите поддержать канал СВ, установить это с СВ Hub за небольшую плату. Но только, как я уже сказал, если вы хотите поддержать канал СВ. Нажимаем «Продолжить». Дальше. Найти все доступные на устройстве книги и документы. Нажимаем «Найти». Даем соответствующее разрешение. Происходит поиск, и он находит все книги. В моем случае здесь я специально закинул три файла. Первый – это файл TXT. Второй – шпагаточка тоже TXT, но он, кстати, у меня кривой вышел. Потом файл doc, это вордовский файл, да, и файл PDF. Вот все эти файлы он нашел. Давайте с вами попробуем, откроем какой-то файл. Ну, первый откроем TXT. Это целая книга. Он ее прекрасно открывает. Здесь, как видите, у нас всплывает такое меню. Здесь вот сразу можно, допустим, экранчик подсветить или наоборот, вернее, убрать яркость, либо прибавить яркость. Здесь раз нажали, пропадает эта менюшечка, и все, пожалуйста, можно читать. Как видите, буквы не влазят во весь экранчик, из-за этого может быть проблема с чтением. Но есть одна хитрость. Нажимаем сюда, посерединке, чтобы всплыла у нас менюшечка, нажимаем настроечки. В настройках я лично выбираю листать вертикально, для меня это удобнее. Дальше здесь есть шрифт, пожалуйста, можно выбрать потом размер шрифта, жирность шрифта. Междустрочие, интервал, потом выравнивать текст. И вот здесь я нажимаю выравнивать текст и ставлю его по центру. Теперь я выхожу. И обратите внимание, теперь текст посередине все вмещается именно по центру. И эта настройка будет сохраняться абсолютно со всеми текстами. Смотрите, сейчас я еще открою док. Это вордовский файл. Читать. Все. И здесь также все посередине. Все вмещается в экран. И спокойненько все можно читать. То же самое и с PDF-файлами, но только уже посложнее. PDF-файлы, они, естественно, не регулируются. И сейчас мы их посмотрим. Нажимаю сюда. Так, где у меня книги? Вот эту вот графу. И теперь открываю PDF. Читать. Все, открылся файл, как видите, вот он. И он также посередине. Но, как вы видите, это PDF, он мелкий-мелкий. Вот так его можно раздвигать свайпами пальцев и увеличивать. Но это неудобно, поэтому PDF нет, а вот все остальные файлики прекрасно читаются без всяких проблем. Все, вот такое вот интересное приложение. Есть еще одно, ссылочка будет в комментариях, закрепленном комментарии, либо на, ну, в описании видео тоже будет ссылочка на пост, там все ссылки будут, в том числе вот на это вот приложение, с помощью которого можно тоже читать книжки. Даже открывает также PDF, пожалуйста. Но это именно приложение специально для часов. Оно есть в Play Market, оно платно. Также оно есть еще на VR Store, но там немножко, хоть оно и работает, но с ограничением каким? Добавлять книги способом с телефона
не получается, только через запуск Wi-Fi точки доступа. Ну, это показано в видео. Как, допустим, для этой книги, которую я вам показал, для этого приложения «Добавлять книжки», самый простой способ – это через Telegram. Устанавливаете обычный Telegram, как вот у меня, допустим, я его установил, он у меня есть, пожалуйста. Дальше я с телефона беру, на телефоне открываю Telegram, у меня специальная есть папка, называется «Свалка», куда я все скидываю. Я отправляю сюда все, что мне нужно, дальше на телефончике потом беру, захожу в эту же папку, пожалуйста, основные, вот они есть, нажали на три точечки и сохранить. Все, дальше приложение уже все найдет. Вот такое вот интересное приложение. Не забывайте подписаться на телеграм-канал «Новости СВ», тоже очень интересная штука. Вы же были на канале СВ, подписывайтесь на канал, делитесь видео с своими друзьями в социальных сетях. Ну, лайки, естественно, комментарии, все приветствуется. Если этот видос вам был полезен, пока.